Точно-Сибирский государственный институт культуры, один из ведущих учебных заведений России, уже полвека является кузницей творческих кадров в области культуры и искусств Республики Тыва. Половина состава оркестра, начиная с директора и художественного руководителя, являются выпускниками ВЗГИК. Музыканты с большой теплотой и благодарностью вспоминают своих преподавателей, особенно Виктора Андреевича Михайлова. Под руководством заслуженного работника культуры Российской Федерации и Республики Бурятия, профессора Виктора Андреевича Михайлова, прошли совершенствование и получили высшее образование бывшие студенты Казанского училища искусств, ставшие костяком Тувинского национального оркестра. Именно Михайлову удалось воспитать в своем классе первого дирижера и художественного руководителя оркестра Аяны Мангуш. Следующее произведение артисты посвящают своим педагогам. Ли Джин, песня «Обучника», соло на лимбе исполняет выпускница колледжа искусств имени Петра Чайковского Идегер Мандыт. Классный подарок.